17,5 миллиардов рублей в оборот запустят в понедельник, но мост на новом рынке закроют уже завтра. Важно состыковать трамвайные рельсы и не разорвать главную электроартерию города. Для ее связи создали систему пересадочных талонов. Так барнаульцы сэкономят на поездках в трамваях или троллейбусах, если уложится в 100 минут. 100 минут идут от начала первой оплаты проезда до момента второго касания к терминалу. То есть 100 минут мы взяли это уже с запасом, с учетом того, что длительность самого длительного маршрута, даже троллейбусного от конечки в районе там Балтийской, да, до Дома быта. Система работает в трамваях 1, 3, 4 и 7 маршрутов. Среди троллейбусов это единица, шестерка и семерка. Вся система заработает 1 июня, но увеличит ли подвижной состав общественного транспорта? Вопрос открытый. Из авто пока никто не пересаживается. Я слесарь-сантехник, вот у меня авария, топит квартиру, а я не могу доехать туда вовремя. Сколько уже в пути? Около часа. Каким город будет в понедельник, можно предположить, но в этой ситуации без вариантов. Изношенность моста сегодня 90%. Если ремонт вдруг отложат, то его все равно перекроют соответствующие инстанции. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.